Так, ну-ка, погоди. Забытые мелодии, мех белого мишки, бокал с вензелем. Я знаю, чья это машина. Идем отсюда. Что? Ну и чья же? Мафиозного босса Тундра Тауна по прозвищу Мистер Биг. И он недолюбливает меня. Идем, не шучу. Ни за что, я не покину место преступления. Будет место двух преступлений, если он меня тут застукает. Так что уходим, не спорь. Реймонд, и ты здесь, Кевин. Сколько же я вас не видел. А давайте на радостях возьмем и забудем, что мы и тут встретились. А? Ну что нам стоит? Нет, так нет. Интересно, чем ты так насолил мистеру Бигу? Я ему продал весьма недешевый коврик, который был изготовлен из меха, скунса,